Приветствую всех любителей рукоделия! Сегодня я хочу показать, как сделать вот такую вот ромашку из гофрированной бумаги. Вот такая вот она. Для этого нам понадобится, конечно же, гофрированная бумага. Вот она. И первую полосочку, которую мы будем делать, ее надо будет отрезать ширина 3,5 сантиметра на длину 50 сантиметров. Так, вот такая вот должна быть. Далее, когда мы ее отрезали, мы ее растянули. Хорошо растянули, но только надо поосторожнее, чтобы не порвать. Вот. Все, растянули. И далее мы ее складываем. Для того, чтобы сэкономить время, когда мы будем вырезать. Мам, мы пошли, зальешь. Сложили. Теперь берем ножницы и начинаем разрезать. Как это сделать, я сейчас покажу. Делаем такой заборчик. И таким способом делаем до конца. Все, мы ее разрезали, разворачиваем. И вот такой вот заборчик у нас получается. Это все развернули. Далее берем ножницы и чуть-чуть края подкручиваем. Не надо сильно. Это можно будет сделать потом, когда уже соберем нашу ромашку. Заканчиваем. Вот. Далее лишнее все убираем. Берем коричневый прямоугольник. Ширина прямоугольника 3 сантиметра. А длина прямоугольника 11 сантиметров. Можно 10, смотря кому как нравится. Далее, опять-таки, складываем. И делаем то же самое. Делаем заборчик.
так вот сделали. Опять-таки убираем обрезки, разворачиваем. Ножницы нам не нужны. И скручиваем вот эти вот полосочки. Каждую. Вот все, доделали. Вот такая вот получается полосочка. Теперь берем первую нашу полосочку. Вот он краешек сгибается у нас внутрь. И приклеиваем вот эту коричневую на начало. Вот таким вот способом. Я это делаю клеевым пистолетом. Ой-ой-ой-ой. Вот так вот прикладываем. Вот так. Далее беру проволоку. Ее я предварительно окрутила гофрированной бумагой. И далее я накручиваю на кончик проволоки вот эту вот подготовленную полосочку. Вот таким вот способом. При этом наклеиваю опять-таки наклей. Штучка у нас получается. То есть это, как вы поняли, это у нас будет сердцевина. Thank you.
последний моточком. Далее. Вот это вот место. Так, я вот. Мы заливаем клеем. И формируем его. Сейчас подождите-ка. Очень аккуратненько, потому что очень горячеватенько. И вот складываем его. Все убираем, но нам не надо. И еще раз. Так, пока она чуть-чуть остынет, я очищу свои пальцы. Вот таким вот способом. Все. Вот такая вот сердцевинка у нас получилась. Пока я ее не буду разворачивать, потому что еще будет много чего приклеиваться, а потом уже разверну и покажу. То есть вот таким вот способом она будет разворачиваться. Мы делаем лепесточки. Лепесточки я решила свои ромашки сделать желтенькие. Для этого я вырезала 6 прямоугольников. Три на 5,5. Далее я эти прямоугольнички соединяю. И делаем 2 надреза. Один. И второй. Далее складываем каждый лепесточек и формируем. Таким вот способом делаю все лепесточки, которые у меня есть. И здесь тоже заужаю. И таким способом я делаю все лепесточки. У меня получилась техническая такая неисправность.
Я не заметила о том, что у меня не работает запись, и наклеила вот эти вот листики. Но их просто вот приклеиваем к основанию. То есть накладываем один на другой, и все. Далее берем прямоугольник зеленой бумаги. Ширина 3 сантиметра. Длина 12 сантиметров. И точно так же делаем заборчик. Эта вот часть, которая у меня была на сгибе, я сейчас ее подработаю. Так, и вот здесь то же самое. Теперь мы просто обернем вот таким вот способом. Так, нашу заготовочку цветочка. И приклеим. Листья мы сделали. И осталось единственное, что нам сделать, это листики, которые будут на стебельке. Убираем все лишнее. Вот они, прямоугольнички. Прямоугольничек у нас 3 сантиметра на 8 сантиметров. Складываем их два прямоугольничка. И вырезаем листочек. Такие листики у нас получаются. Вот эту часть намазываем клеем. И приклеиваем к стебельку. И еще один. Thank you.
что ж. Листочек получился, осталось только его раскрыть. Берем ножницы. Вот таким вот способом. И теперь раскрываем сердцеемку. Вот такая вот ромашка получилась. Можно сделать целый букет. На этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.